Губернатор нигерийского штата Борно обвинил международные гуманитарные миссии в злоупотреблениях. Так, по его мнению, ЮНИСЕФ присваивает себе деньги, выделенные на помощь беженцам. Поэтому местные власти требуют, чтобы детский фонд ООН как можно скорее покинул страну. Всего в Нигерии зарегистрированы 126 гуманитарных агентств. Из них добросовестно свои миссии выполняют лишь 8, считают местные власти. Хорошую работу выполняет Всемирная продовольственная программа ООН, Международный комитет Красного Креста, Международная организация по миграции, Норвежский совет по делам беженцев и Датский совет по беженцам и некоторые другие организации. Людям, которые действительно готовы работать, мы рады. Но те, кто приезжает сюда только для того, чтобы использовать нас и заработать деньги, должны уйти. Мы не нуждаемся в них.